Сегодня у нас вторник, 27 ноября. Уже вечер. Вон заря, видать, какая. А вот наш дом, мы вышли. А тут дерево оторвалось. Вот большой сук оторвался у дерева. Давно лежит. Пойдем заберем его. Вот в частном-то доме. Как хорошо. Вон там. Улица. Деревья какие, тут тоже дрова. Вот напилили дрова. Теперь Володя везет. Одну вдвоем привезли. Рядом. Уже сумерки темняются. О, видишь сколько. Откуда дровишки? Из лесу вестимо. Да. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. Большая семья у отца-то. Большая. Отец мой, да я. Ну, мертвый. Крикнул мальчишечка басом. И дальше зашагал. Вот. Видишь, как хорошо. Володя сегодня бензинчику достал. Была у него где-то фляжка, канистра. Благословен Господь, дарующий нам жизнь. О, Володя. Надежда Васильевна вышла. Володя-то? Да вот они мы где. Пелим дерево, возим дрова. Да вы что? Да вон, посмотри сколько. Володя, Володя. Ну посмотри, подойди, Володя, Володя. Че? Володя. Ну посмотри. Ой-ой-ой, где ж вы это взяли-то опять? А вот здесь дерево ветер отломил, там, то завернешь как за дом туда. Ой, ну, везде успеют, ну везде успеют. Вот старика. О. Да тебе ли дедушка уже работает? А вот сегодня сказали, говорит, Семен Сиськов, Алексей уезжает в город. Корчина разваливается, говорит. Да ты что? Да никак нельзя я разваливаться. Никак, никак. Там школа, где я учился. Володя, что утром ты сказал, чтобы говорил, пришел и тебе сделал? Что? Цитата из Библии. Цитаты. А, как симфонию, да? Ну да. Ага, а, вон что. Цитата из Библии. Все, заноси. Потом, да, завози. Ага. Ну ладно. Давай, с Богом, храни Господь вас. Все, видишь, как я подмел? Держись за палку вон за эту, за стенку-то. Во, во, во. Для тебя сделано.